А запорожских детей будут учить, как правильно выбирать профессию уже в школе. Первый профориентационный класс сегодня открылся в 5-м интернате, где учатся ребята с нарушением зрения. Этим детям необходима особая помощь, считают в областном центре занятости. Поэтому первый такой кабинет было решено открыть именно для детей с ограниченными возможностями. Особенный класс для особенных детей. В этом кабинете воспитанников 5-го интерната ребят с нарушением зрения будут учить, как правильно выбирать профессию. Это первый в Запорожской области профориентационный класс. В нем все подобрано для того, чтобы помочь выпускникам интерната определиться в жизни. Выбор школы, в которой будет открыт первый специализированный класс, был не случайным, говорит директор областного центра занятости Ирина Дудник. Этим детям несколько сложнее адаптироваться в жизни, чем те, которые учатся в обыкновенных общеобразовательных школах. И для того, чтобы после окончания школы они не чувствовали себя ущербными, а нашли свою профессию по призванию, по своему желанию, мы начали именно с 5-й школы-интерната. И оборудование, и информационные материалы специалисты центра занятости для класса подбирали с учетом особенностей воспитанников интерната. Какие профессии для них подойдут лучше? На какой сегмент рынка труда им стоит обратить внимание? Эти вопросы стали основными при разработке программы обучения. Ребята пройдут углубленное тестирование и смогут лучше понять себя, уверены учителя. Уроки в специализированном классе будут проводить специалисты центра занятости. Это будет внеклассная работа, кружковая работа или факультативная работа. Так она будет называться. Твой выбор. Есть программа, есть обеспечение всевозможное, иллюстративный материал, ну, всевозможные компьютерные программы. Поэтому есть с чем работать. И вы видите, что кабинет готов, и компьютерное оснащение есть. Поэтому все будет здорово. Трудоустройство молодежи – одна из самых актуальных проблем, говорит заместитель губернатора Николай Ярмощук. Поэтому инициативе Центра занятости зеленый свет. Мы очень благодарны областному центру занятости за такую инициативу. Мы считаем, что это даст возможность детям, ну как бы всем детям, независимо как бы там от их категорий, правильно выбрать свою профессию. А правильно выбранная профессия – это эффективная работа, это качественная работа. Поэтому это в интересах всего общества. Подобные кабинеты центр занятости намерен открывать и в других школах области.